Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Челябинской области. Они обвиняются в организации незаконной врезки в нефтепровод. Как следует из материалов дела, за два года мужчины похитили больше 77 тонн нефти, почти на 3 миллиона рублей. Теперь им грозит наказание по статьям «Самовольное подключение к нефтепроводам» и «Кража на имущество воров топлива наложен арест».